Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. Сегодня вторник, 14 декабря 2021 года. Меня зовут Дмитрий, канал «Вместе к успеху мечты». Каждый день я снимаю это видео. Каждый день занимаемся спортом. Каждый день становимся лучше, успешнее, продуктивнее и выносливее, а также счастливее. Это просто супер. Мы каждый день заряжаемся и мотивируемся. И сегодня суперская тема. Сегодня мы поговорим про мотивацию. Друзья мои, тема называется «Сила мотивации». Насколько это важно, постоянно быть замотивированным. Вот об этом мы сегодня поговорим. Сейчас буквально я займусь. По погоде там вообще передали град, но я что-то его не ощущаю, не чувствую. Может быть, попозже будет, не знаю. Сейчас буквально где-нибудь упадем, займемся зарядкой, и я сразу же к вам вернусь максимально зажигать. Поехали! Чувствую себя просто превосходно. Всем советую заниматься на свежем воздухе, на природе, в такой вот прохладе. Сейчас не знаю, может минус один, либо ноль. Ну, передавали град, но что-то я его особо не наблюдаю. Пойдемте сюда, по тропе. Сейчас вот веточки такие, они прямо зеленые, сейчас вам покажу. Зимы как и не бывало. Наслаждайтесь. Кто не может ходить, ну, нет времени, по лесу, да, наслаждайтесь хотя бы на видео такой красотой. Ну как природа дышит. Супер, настолько чистый воздух, не пахнет хвоей, не пахнет травой, но он чистейший и прохладный, очень классно, для легких просто супер профилактика от всех болезней, от всех, повторяюсь, от всех, друзья мои, вообще от всех, то есть легкий стресс для тела, зарядка, тебя заряжает и тебя мотивирует, вот, вот, друзья мои. Приближаемся мы к нашей заветной с вами теме. Мотивация, сила мотивации. Зачем она нужна вообще? И как? Как это все делается? Все просто, друзья мои, все просто. Мотивация – это то, что двигает любой механизм. Живой, неживой, то есть энергия. Энергия за счет этой мотивации двигает с вами, друзья. То есть, если это, допустим, машина, да, ее двигает там мотор. Мотор, который питается энергией, которая вырабатывается за счет топлива. Вот. Так вот, мотивация это топливо. Это топливо, которое будет двигать наш с вами мотор. Ну, нашу с вами машину жизни, наши с вами достижения, наши с вами целей. То есть, если мы не замотивированы, если мы не вдохновлены, то у нас идет апатия и деградация. Либо мотивация, либо деградация. А что выбирать, вы сами решайте. Где взять мотивацию? Мотивация – это все просто. Это все просто, это прохладный душ, это встать пораньше, это сразу встать, как проснулись, это написать свои цели, свои мечты, это послушать крутую, воодушевляющую музыку, это значит посмотреть крутейший, воодушевляющий фильм, всем советую, есть такой фильм «Мирный воин», посмотрите, если кто не смотрел, посмотрите, очень интересный и мотивирующий, вот. То есть, без мотивации, скажем так, без мотивации никакой успех не будет успешным.
Потому что либо вы мотивированы к действию, да, либо вы, либо у вас лень и апатия. То есть, если вы замотивированы, то вы идете на перелом своей цели, несмотря ни на что, двигаетесь, вдохновляетесь, воодушевляетесь и покоряете вершины вашего успеха, друзья мои. Если вы не замотивированы, соответственно, вы лежите, вам ничего не хочется, хочется побольше с утра поваляться в постели, хочется побольше отдохнуть. В итоге этот отдых приводит к еще большей депрессии и апатии, потому что, если, понимаете как, жизнь идет вперед. И если мы не идем вперед, то мы идем назад. Мы отстаем, понимаете? Мы отстаем, потому что жизнь от нас уходит, успех от нас уходит. И как только мы остановились, все, успех уже ушел. Надо его догонять семимильными шагами. Или же мы быстро идем, постоянно в движении. И идем на перелом, идем напрямик к своему успеху, его догоняем и получаем, несмотря на что. Любая задача есть решение, любая проблема тоже решение, нет проблем, есть задачи. Все просто, все элементарно важно для нас с вами, для нашего с вами успеха, мечты, друзья. Вот такая вот суперская мотивация. И скажем так, что замотивированный человек, он совершенно другой. И мотивируйтесь чаще. Потому что будете мотивированы, будете заряжены, будете вдохновлены, и за вами потянутся. Если вы будете не мотивированы, вы будете лениться, вам не будет ничего хотеть делать. То есть, что нас двигает? Нас двигает мотивация, это наша цель сами. Для чего мы живем, ради кого мы живем, с какой целью существуем. И что мы хотим, к чему, какому, к какой точке Б мы хотим прийти. Мы сейчас на точке А, и есть точка Б. Мы путь весь не видим. Мы не видим весь путь. Мы видим чуть-чуть перед собой. Но мы знаем, что если мы будем двигаться в этом направлении, мы придем к своей цели, понимаете? А если мы не будем двигаться в этом направлении, мы не придем. Поэтому, друзья, двигайтесь к направлению своих целей, добивайтесь своих желаний, вдохновляйтесь, воодушевляйтесь. Изобилируйте счастьем, или как это выражается, переполняйте счастьем, раздавайте его. И желаю вам в этот день максимальной мотивации, максимально, чтобы вы были вдохновлены и двигались только вперед. Даже если падаешь, то только вперед и обязательно поднимаешься. А я с вами, друзья, прощаюсь. Завтра встретимся в это же время, может пораньше, попозже, не знаю, но будет крутейшая тема. Не переключайтесь, оставайтесь на канале. Всего доброго. Пока-пока.